Компания Hyundai с выпуском нового поколения Santa Fe изменила правила игры в классе среднеразмерных кроссоверов. Как мы видим, корейцы применили необычную стратегию дизайна экстерьера. В частности, стоит отметить квадратные ретро-формы новинки, которые идеально сочетаются с современными решениями в виде светодиодной оптики и так далее. Тем самым новый Santa Fe должен повысить привлекательность городского кроссовера, который всегда готов к приключениям. В салоне также произошли большие перемены. Теперь на передней панели установлен огромный изогнутый дисплей цифровой приборки и мультимедийной системы. Также есть две беспроводные зарядки, система оповещения пассажиров сзади и множество систем помощи при вождении. Пока полностью не раскрыли технические характеристики новинки, но уже известно, что модель предложат с двумя вариантами силовых установок, а именно с гибридной установкой мощностью 178 лошадиных сил, которая основана на 1,6-литровом двигателе с турбонаддувом и с 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбомотором с отдачей в 277 сил. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!